6 октября в 21:26 спасателям поступил звонок о пожаре жилого дома по улице 1 мая. В ходе его ликвидации в одной из комнат был обнаружен погибший мужчина. О том, что в частном секторе бушует огненная стихия, сообщили соседи-очевидцы. Спасатели незамедлительно выехали на место происшествия. К моменту их прибытия 5-й дом по улице 1 мая горел открытым пламенем. Кровля частично обрушилась. Все усилия были брошены на то, чтобы локализовать и ликвидировать данное возгорание, чтобы пламя не перекинулось на соседние дома. Также через некоторое время звеном газодымозащитной службы на полу в одной из комнат был обнаружен труп человека, личность которого на данный момент устанавливается. По словам очевидцев, в этом доме последнее время проживал молодой человек лет за 30. Официально нигде не работал, к тому же был любителем гречительных напитков. Пока здесь один мужчина проживал. Мать и сестра в городе живут у них. Не знаю точно, там где, но живут в городе. А как мужчина характеризовался? Злоупотреблял или нет? Да. Упивал трошки. Ну, пьяный человек был. Скорее всего, закурил. Потому что, грубо говоря, печка. Дым шел с печки, уже хату потушили, а дым еще с печки шел. Личность погибшего сейчас предстоит установить следователям. Что же касается жилища, огнем уничтожена кровля, повреждены стены и перекрытия. Имущество сгорело практически дотла. Причины происшествия выясняются. Людмила Любимцева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.